Сегодня мы установили мод, который добавляет возможность оживить постройки. Да, все верно. Сегодня постройки будут проходить за нас игру. Все увидите в ролике. Обязательно досмотрите ролик до конца. Там прикольная приколяха в конце. Желаю приятного просмотра. Ехала. Йоу, what's up, my boys and girls. Как вы видите, ребята, впервые мы начали прям максимально сразу. И мы хотим вас удивить. Как минимум, первым предметом в инвентаре. Структурный компас, который прямо сейчас показывает налево. И давай посмотрим, куда он показывает. А, пирамида, ну конечно. Это слушай, тебе? А у тебя, я смотрю, все сделано уже. Ё-моё, ты такой молодец. Правда, топорщик еще нужно, вот тогда будет супер классно. Хорошо, давай немного подождем, а я пока объясню. Сегодня мы будем забирать силу у структур, но при этом нам нужно что-то добыть, отдать взамен. И если, например, перед нами пирамида, то мы смотрим, существует эссенция пустынной пирамиды. Да. Выпадает при добыче сухих кустов. А, ну это изи. А, ну да, сейчас найдем быстренько. Как раз пустыня рядом. Воссоздатель пустынной пирамиды. Смотри, еще песчаник добудь. А, ну песчаник, это получается пирамиду надо ломать вот это вот. Тут деревня, да ну нафиг, да, вижу вдалеке, кстати, да-да-да. Что, великолепно, я тебе скажу. Так, все, я смотрю, ты песчаником занят. И вот они, кустики, здорово. Я вот это еще сделаю. Пожалуйста, выпади с первого раза. Раз, два, три. Немножко ограбим. Алмазная конская броня. У меня есть эссенция пустынной пирамиды, если что. Ты уже вниз спустился, да? Да-да-да, я тут все добываю пока потихонечку. Хорошо, молодец. Блин, я дерево-то вообще не добыл. Ну ладно, оно мне не особо нужно. Выбирайся. Джонни, жду тебя. Я лаву внизу слышу. Может, под нами будет портал в край сразу? Повезло, повезло. Йоу, what's up, bro? Крафти давай. Эссенция посередине, песчаник здесь и та-дам! Воссоздатель пустынной пирамиды. Ну что, пирамидка? Отдай нам свою силушку богатырскую. Давай. Поехали. Красота. А, защита. Смотри, она защищается. Кыш, кыш отсюда. Ну, у тебя такие дурачки на самом деле. Ну да, у пустыни кадавры. Пустынные мобы. Такое себе. Ну хорошо то, что они хотя бы не стреляются. Да. Шла отсюда. Все? А, все что ли? Смотри, больше не появляются. Ну-ка. А, о! Бляха! Я-ха! Ты получил тотем пустынной пирамиды и открыл новые способности. Мы получили. Создает взрывные... Ну да, да, да. Смотри. Да, вот они. Создает взрывные вспышки возле монстров вокруг. А я видел, да. Вот это что ли? Он стрелял по хаску. Что такое хаск? Это на английском вот это вот. Кадавр. А, погоди, а эта штука ходит за нами, да? Да, 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 вот у меня телепортнулась. Вау, круто. И компас теперь показывает в другую сторону. Да, туда, что там? Чувак, это лучшая генерация в мире, ты видишь? Нет. У тебя прорисовка, наверное, маленькая. Все, я понял, портал. Кстати, он туда и показывает, по-моему. Так, ну если судить по компасу, то да, прям посередине. Да, получается, нам нужна какая-то эссенция. И я думаю, что это эссенция разрушенного портала. Выпадает при смерти свинки от огня. Опа-на, у тебя огниво есть? Я думаю, мы там найдем. Блин, свиньи нет, проблема. Есть свинья одна, Русь. А, не, вижу, 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 вон, бегает, бегает, бегает. С топором, залезла на портал. Я уже вообще пошутил, но ты не услышал. Так, что там в сундуке, рассказывай. Огниво, золотой топор. Да ладно, подожди, реально огниво? Да, золотой топор, золотая кирка, золотая мотыга. Просто стартер пак. Так это по сути то, что нам надо, остается только свинья. О, еще один храм, ну ладно, ты нам не нужен. Свинья! Слушай, а можно золотой блок золотой киркой добыть? Нет, ни в коем случае не добывай. Почему? Только железный. А если я? Свиньи, нашел, нашел свиней. Блин, слушай, а почему эта штука не стреляет по свиньям? Добылось. Ну, скорее всего, потому что свиньи это добрый моб. Создает взрывные вспышки возле монстров. А, ну да, логично. Ночью проверим, получается. Здорово, свиночка. Гори! Нет! Почему она такая умная? Это супер гиперумная свинья. Нет, умных свиней нельзя умирать. Убивать. Сейчас она, прикинь, прыгает, просто улетает. Давай один раз ударим. Один раз. А, блин, нет. Ну хотя ладно, еда тоже нормально. Это харам! Все, получилось! Она сгорела. Сгорела. Фак. Смотри, один раз ударили. Ну, что ты здесь? А, не, мне выпало. Мне, оказывается, две штуки выпало. Ну, давай. Эссенция разрушенного портала. Камень нужен и магма. Ты магму там видел? Да. Здрасте, магма. Раз, два, три, четыре. У тебя булыга-то хоть какая-то есть? Нет. Тогда добываем камень. И четыре камня. Готово. Воссоздатель разрушенного портала. И что, его надо прям поблизости поставить? Давай, да? Давай. Вот здесь вот. Так, подожди, стоп, а, подготовиться. Да все, топор бери. Стоп, что? Стоп, стоп, стоп. Можно не убивать? Можно, они умрут в обычном мире. Ну, либо они... убьют. Они умрут от того, что наша структура стреляет по ним. Ты посмотри, да. Как это круто. Мы реально можем бегать от монстров, и они сами будут умирать. Уи! Ай, бляха. Не уи, давай, 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 стреляй, стреляй. Yeah. О!
Новые способности! Тотем разрушенного портала создает мини-пиглинов, атакующих монстров в округе. Чего? О, зомби-зомби-зомби-зомби-зомби-зомби, ну-ка. Мини-пиглины, мини-пиглины. О, заспавнился! Мини-пиглин, здорово! И у тебя тоже заспавнился! Они потом... Подожди, они сейчас умрут. Они превратятся, да, в маленького. Кстати, а ты когда-нибудь видел маленького зомби-пиглина? Сейчас мы увидим. Ты настолько страшно, он боится, уже трясется весь от тебя. Смотри, бьет, бьет, дерется. Ну, кстати, нормально дерется. Подожди, эндермены, эндермены, вот это хорошо, вот это очень хорошо. Интересно, он будет... Он не телепортируется! По нему попадает эта стрела. Да. Короче, прошло уже куча времени, он до сих пор обычный пиглин. Видимо, он всегда будет трястись, но никогда не станет, ну, сам понимаешь, зомби. Теперь мы знаем один факт в Майнкрафте. Зомби-пиглины в обычном мире не превращаются в этих свинозомби. Слушай, а с маленькими же вроде как тоже можно торговаться, да? Не-не-не, они просто воруют у тебя золото и больше ничего не дают в ответ. Поэтому забей. Не, мне кажется, то, что здесь можно. В любом случае, прямо сейчас компас показывает куда-то дальше. Ты видишь это? Она опять в пустыню показывает. А в пустыне деревня! Или храм, потому что у меня впереди просто не, храм. Не, я вижу деревню. А, все, тогда встретимся там. Джонни, здорово! Йоу, это деревня. Подожди, а что нужно для деревни? Реально, структурный компас. Что расскажешь, что покажешь? Выпадает при смерти свинки от огня. А, это не то. Эссенция деревни выпадает при убийстве железного голема киркой. Это, кстати, очень странное убийство. А ты посмотри, у нас же все есть. И кирка, и голем впереди. Да. Кстати, я так понимаю, там любой киркой можно убить. Ну, давай железную, у него больше атаки хотя бы. Конечно. Только я предлагаю сейчас поспать. Да еды, стой, не поспать. У меня нет еды, спать! Да вот, вот верстак еды, пожалуйста. Ладно. На, скрафтим. Вкусно, delicious. Ой, смотри, дерутся маленькие. Блин, слушай, ну по факту у нас защита просто на уровне. Ну тогда иди спать. Встаем. Спать. Спокойной ночи, Джонни. Доброе утро, Джонни, как спалось? Все супер. Это ты вот так вот спал, да? Тебя не задуло, не продуло? Не, все отлично. Здорово, голем. Получается, надо вот так вот, несколько раз побить топором и потом, наверное, киркой. Слушай, а можешь его тоже киркой бить? Ой, подожди. Могу, конечно. У меня просто мотыга сломалась золотая, я так и думаю. Опа. О, получилось! Эссенция деревни. И нам нужны снопы сена. О, сколько? Привет. 8 штуковин. Стой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Блин, это было быстро. Воссоздатель деревни. Джонни, иди-ка сюда, сейчас будь готов. Слушай, а если мобы спавнится прямо из этого блока, у меня есть идея. Подойди, смотри. Раз, два. И все. Ты че, умник? По идее, они сейчас там. Да. Ой, ребят, что не получится. Сейчас ведьма тебе в лесо кинет зелье, посмотрим. Что-то связано с изумрудами, кстати. Я уже вангую то, что у нас будет изумрудный блок. Опа, слабость, по-моему, кинула. Да что-то их реально очень много спавнится. О, бляха! Ладно, все горим! Наделяет железным щитом отражение урона, которым призовет железного голема на защиту. Чего? Подожди, я хочу, чтобы они ударили. Пусть они ударят тебя. Сейчас. Надо, чтобы тебя конкретно кто-то ударил. Ударь. Не-не-не-не. А, мне плохо! У меня полтора сердца осталось. Зато маленькие хазбики вышли на защиту. А, так у нас железный щит появился. Понятно. Тихо, стой. Он перезаряжается. Давай, вот теперь можешь бить. Не, у меня сердце осталось, что ты делаешь, дурак? Не. Ну, да ладно, рукой. Давай. А, смотри, так не работает. То есть именно... Там перезарядка прям, да? Ну да, у меня перезарядка где-то секунд 5. Стоп, закрой тогда. Давай, закрыл. А, не, вот. О. Ой. Тихо. Слушай, а это идея. Можно же фармить железо. Да. Только, блин, у меня щита этого нет. Извини, у меня тут... Я просто кое-что забрал. Слушай, а ударь меня еще раз. Блин, два щита сразу перезаряжается. Ну-ка теперь я тебе... Хорошо. Круто, это огромный фарм железа. Все предусмотрено, не падает с него железо. У нас сейчас реально какая-то ультразащита выстраивается. О, смотри, сейчас железо с него не выпадет. Да вроде выпал. С меня не... С моего не выпало, ни хрена, что за бред? О, все. У тебя бомж-голем, понимаешь, из говна и палок. Железо не завезли. Вот еще 15 слитков. Это тебе, а это мне. Оп, спасибо огромное. Ну, блин, я хотел штаны. А, у тебя, оказывается, золотая, блин, сори. Знаешь, в чем прикол? Какой? Проклятие несъемности. Лучший. Так, погоди, а куда компас дальше показывает? Слушай, я знаю, как посмотреть. По эссенции, да? Да. Эссенция деревни была, дальше идет эссенция затонувшего корабля. Выпадает при разрушении стекла под водой. Стоп, а там стекло есть? Я надеюсь, что да, нет, иначе нам придется самому создавать. Ну, короче, добудем немного песка и, если что, сделаем стекло. My boys and girls, хотел бы рассказать про свой магазин flagshop.ru. Именно здесь вы найдете дешевые аккаунты Minecraft с гарантией. Есть много видов гарантий, много видов аккаунтов, а также специальные аккаунты для сервера Hypixel.
пиксель. На этих аккаунтах вы уже сможете найти определенный донат и играть на серверах не с самого начала, а уже прокачанный. Если что, ссылочка в описании, а мы продолжаем. О, кораблис! Или это домик Патрика из Спанч Боба? Как раз я тебе скажу, есть ли тут стекло. Стекла нет. Черт, придется реально создавать. А печка там есть? Я тебе больше скажу, он в песке весь корабль. Его просто так не достать. У меня вопрос, как можно здесь поставить... Обернись. Что? А, сундук. Понятно. Бумага, карта клада. Кстати, прикольно. Не, ну возможно, что-то есть крутое. И это близко. Где? Это очень близко. Давай-ка, ну-ка. Быстро. Так, мы на месте. И, судя по всему, крестик находится где-то вот здесь. Прям под нами. О, нет, только не гравий. Он же сыпаться будет. О, я ненавижу. А, бляха, я сейчас умру. Я сейчас умру, дверь, у меня проблема. Дверь. Так вот, я и хочу скрафтить. О, я нашел. Да ну. Короче, куча железа, изумруды, жареный лосось. Кожаная куртка и даже сердце моря, которое нам нахрен никогда не нужно. Но куртку я все равно возьму. А, ну, зачем она? Тону. А теперь обратно к кораблю. Я стекло в любом случае добыл и получил эссенцию затонувшего корабля. Смотрим, что нам нужно. А нам нужно... О, ведро воды. Так вот, зачем нужны големы. 4 ведра воды и 4 песка. Ни хрена себе. Вроде бы не проблема. У меня столько железа нет. Сколько у тебя? О, много. Ладно, смотри, бей меня. Давай. Все, теперь бей его. Он утонет. Ю-ху! Еще одного. 6, это 2 ведра. А, ну все тогда, я тоже делаю 2 ведра. Наливаем. И воссоздатель затонувшего корабля создаем. Так, давай на этот раз ты, наверное, поставишь, посмотрим. А, я походу понял, утопленники, точно. Бляха, мы же не справимся. Почему не справимся? Да потому что в предыдущий раз было куча ведьм и поборников. А тут, наверное, зомби сейчас еще больше будет. Так ты слабость или мужик? Слабость мужика. Слаболожка. О-о-о. И все? Стоп. Наделяет пушкой, стреляющей мощными взрывными снарядами. У меня 2 пушки, у тебя 0? У меня 2. А, у тебя 2, у меня тоже 2. Да, они тоже перезаряжаются, поэтому смысла нет, но жесть! Тихо, больновато. Зачем ты под водой стреляешь? Внимание, народ, мы идем к следующей структуре и смотрите, что происходит. Компас показывает туда, бам-бам, и опять обратно. А теперь снова обратно. Что? Эй, это что, шахта какая-то? Ну, конечно, эссенция шахты, потому что... А, да, можно же посмотреть. Эссенция шахты выпадает при разрушении паутины любым мечом. А, ну это у тебя. Звучит непроблемно, но меча, кстати, у меня нет. Ты не делал? Железо есть? Нет, железа нет. Пофигу, сделаю обычный деревянный меч. А, ну и деревянным, кстати, тоже нормально. Я лаву, кстати, рядом слышу. Так, здрасте. Лава найдена, но не шахта. Я слышу зомби! Я слышу шахту! Сейчас, ну-ка. А, я вижу твой никнейм, иду. Нет, где-то здесь. Да! И паутинка сразу. Так, только ты поаккуратнее, сейчас я быстренько приду. Ща, давай. У нас же пушка есть, там не нужно больше ничего. Спокойно можем убить монстров. Пушечка, ну-ка давай проверим, как ты работаешь. На! Ема! Так она, оказывается, с одного выстрела убивает. А кто там? Пауки обычно? Ну тут у меня пока зомби были. О, паук! На! Так, бег, понятно. Автогол называется. Вещичечки мои, идите ко мне. Ну все, получается, эссенция шахты есть, выпадает при разрушении паутины. И нам надо добавить уголь и железо. Я почему-то подумал, что ты уже убиваешь. Поэтому думал, что ты так без меня начал. А, то есть поставил блок, думаешь? Да, я так и подумал. Надо угля добыть. Ну у меня, кстати, сейчас 7 угля есть. 4 блока умножаем на 9, это 36. Следовательно, нужно добыть еще много. Так, щит, быстро! А, щит, быстро! Голем, здрасте! Стой, пушка не используй, я тут! Тихо! Сейчас бы еще использовал. О, нифига, на нем сразу осколки появились. Давай, отойди, я хочу тоже попробовать. На! Красота. Я тебя задел, что ли? Какая. Ну, чуть-чуть было. А, стой, не используй пушку, забей. Она взрывает. Слитков не осталось. Ну-ка, щит. А, я тебя давай. Щит. Ха! Ой. Слабость. Сейчас, подожди, я в паутине застрял. Слабость. Но! Покажи удар! А покажи удар! Да потому что слабый. Хорошо. Давай, топором. Но! Да подожди, я не в щите, у меня КД. А что не работает? У меня не спавнится, что за бред? Ну-ка еще раз, а вот у меня спавнится. Странно. В любом случае, железо мы добыли, и остается 4 угольных блока. У меня пока что 5 угля. 21. А, молодец. Золото он нашел. Уголь, привет! 35 угля. Я думаю, нам этого достаточно. Я тут, Джонни. Привет. Hello. Уголь забирай, железо забирай, эссенцию забирай, мусор забирай и воссоздатель создавай. Или как он там называется? Yeah. Воссоздатель. Ехала. Так, отходим. О, алмаз. Ой, блях, вот почему мы не закрыли? Надо было реально
реально. Да. Ну, что теперь делать, а? Ну что делать? Ждем, 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 ждем. Ждем, когда куча нас спавнится и стрельнем. Подожди, а у нас же блоки. Куда они делись? Куда блоки делись? Какие блоки? А! Которые стреляют. Ну... У меня вот изумрудные, а другие потерялись. Где мои остальные блоки? Вон они. Ребята. Чё? О, вы получили тотем шахты. И вот, кстати, алмазный. Если поднять тотем шахты при помощи клика по нему, а затем киркой указать ему на блок, тотем создаст тоннель на месте его использования. Ну-ка, попробуй. Красота! Я тоже хочу попробовать. Берем, потом шахты указываем. А как ты это сделал? Правой кнопкой мыши. Эй, ты куда убежал? А вот и твой братик. Твой братик алмазный. А, ты мой забрал. Ты мой забрал, слышишь? Ну, этот телепортируется к тебе. Дай мне блок, пожалуйста, это ой, мой. А как? Нет? О, все, я его забрал. Смотри, я его забрал. Так, в итоге нужно просто нажать. Да! Ва! Красота какая. Слушай, ну дальше, наверное, еще круче. Эссенция шахты была. Эссенция адской крепости. Опа. Опа. Пора выпадает при разрушении блока спавнера. Спавнера? С зажатой клавишей Shift. Слушай, спавнер, по идее, может быть любой, да? Даже обычный. Где-то пауки же были. Я не помню, я сломал или нет. Точно, пойдем. За мной, за мной, за мной, за мной, за мной. А, что-то, походу, я сам потерялся, куда надо идти. О, нет, вот оно. Вижу. Нет, это другой спавнер. Погоди, это другой. Короче, ломай его именно шифтом. Только шифтом, пожалуйста, не ошибись. И... Да, спавнер был любезно спасен от твоего кощунского воздействия. Ага. Кого? Ну так и написали. Это... А ну-ка я тоже попробую. Хай! Спавнер был любезно спасен от твоего кощунского воздействия? Вот это кощунское сделал? Воздействие. Вот это. Ты зачем разрушил? Зачем? В смысле, почему? Нам нужно эссенцию адской крепости было добыть. Так у меня две. Выпадает при разрушении. У тебя уже есть? Да, я добыл. А, то есть спавнер типа защищается? Да, и просто вылетает. Да, 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 да. А, я тоже подумал, что мы что-то неправильно делаем. Блин, круто на самом деле. Посмотри вниз. А где низ находится? Ну, вот а, где? Во, вижу тебя. Обсидиан? Кстати, на такой низкой высоте он не добывается. Потому что у тебя блок не надет. Надет? Это у тебя не надет? А, походу, да, реально, на такой низкой высоте не используется. Куда? Ё-моё, не пугай, пожалуйста. А вот на этой высоте еще как используется? У-у-у! Стоп, сундук. Алмазы. Сколько у тебя алмазов? 8. Отлично. Делай, короче, 2 алмазные кирки. Я тогда вот это выкидываю. Стоп, и сейчас стоп, мы обсидиан добудем. Стоп, стоп, стоп. Чё, стоп. Чё, давай чё, посмотрим, чё. Может быть, они в каких-то крафтах участвуют. А нет. Нам в любом случае нужно портал в ад сейчас бахнуть. Вот так делается, смотри. Ты берешь. А еще нужно убрать эту дурацкую воду. Вода убирается. Нет, стоп, 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 стоп. Ведром, пожалуйста, разлей чуть дальше. Так она все, ее уже не существует. Вот сюда разлей. Вот видишь, я лава. Не могу разлить того, чего не существует. Ты зачем закрыл? У тебя ведра были. Сейчас возьму другой тогда блок. Все, вода у меня. Так, теперь разлей вот здесь, где дофига лавы. Ну, чуть подальше. Разливаю. Нифига, это все так умно продумано. Я на обсидиан смотрю и не могу добыть его. Придется все-таки алмазной киркой, да? Да. Так, 2 алмазные кирки готовы, забирай. Спасибо. С каждого из нас по 5 обсидиана. Нифига ты придумал. Вот. Хотел сказать, вот ржекич будет, если я Ну, ты добыл 24 обсидиана. Даже 29 я могу тебе поздравить. А мне вопрос, а почему она не работала и тут решила заработать? Еще самое главное, что я сгорел со всеми предметами. Я не знаю, что сказать. Чувак, у меня нет слов. Я понял! У этой штуки перезарядка. Я теперь тоже могу ее использовать. Вау! А я-то думал, что это из-за высоты. У нее нет перезарядки. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы немножко не уронили огнево, чтобы зажечь вот здесь? Он же, чувак, молодой чувак. Сейчас нам надо отправиться в адскую крепость. 4 стержня и 4 кирпича добыть. Не проблема, погнали. Ну, а ты говоришь, что адская крепость прямо сейчас здесь будет? Да? Ты все знаешь, я смотрю? Да. А что я не телепортируюсь? Тоже. Чего? С пацана... А, смотрите, нужно убрать, я так понимаю, алмазного пацана. Подожди, а если портал повыше сделать? Попробуем. Может, ты киркой, да, правую кнопку мыши, типа, сломаешь? Да. Так просто побыстрее будет, я думаю. Итак, высокий портал. А? А может, широкий? А как с этой штукой телепортироваться? О, я снял, телепортируюсь. Я не знаю, как я ее снял, я что-то нажал. И само получилось. Эффект мамы. О, я тоже снял. Let's go! Стоп! Пацаны с нами телепортируются? Обалдеть.
А где пацанята-то? Будут ждать нас в обычном мире. А тут у нас только пушка. Ладно, я по крайней мере надеюсь, что крепость очень быстро на... Понятно, я вот это твое молчание уже понял. Нет, какое молчание? Ты посмотри, это крепость. Я нашел блейзов сразу же, ема! Так, пушка, как пушка, быстро. Пушка, пушка, отработай их. Нам нужно 4 стержня и 4 кирпича. О, тут же еще и эти чувачки. Здорово, шли вон отсюда. У меня деревянная кирка. Не, я могу сделать камень, нормально. Но! Блин, вот вроде я их взрываю, вроде все клево, а дроп-то не сохраняется. Да? Ну да, то есть я уже 4 скелетов убил. А ты с одного выстрела? Да. Блин, это реально убивать нужно, но уже я тебе не помогу с этим. Ура, первая палочка. 12 стержней, все, мы готовы. Давай только отойдем от этого спавнера подальше. Да-да-да, я не хочу. И вот блин, тут, смотри, по новой же надо. Вообще было бы, конечно, классно, если можно было бы в обычном мире воду разлить. Но так как это у нас воссоздатель адской крепости, то только здесь можно это делать. Все, создаем. Закрывай. Ну как, ребята, нормально вам? А, погоди, мы же могли просто сделать этот воссоздатель. У нас было бы куча стержней. А что мы тупанули-то? Зачем мы это все выбивали? Мы же не знали, что будет именно так. Да можно было догадаться, что там будут именно они. Ай, как просто, ай, как просто. Как просто, я чуть не сдох. Мне даже череп визор скелета дали. Итак, тотем адской крепости позволяет выстреливать огненными снарядами при использовании меча. А, блин, а меча у меня-то... Я сделаю у меня есть меч. Ну-ка, проверка. Аккуратно, главное не задеть друг друга. О, и он хотя бы вещи дропает при убийстве. Смотри, стержень выпал. У меня 2 стержня есть. У меня 9. Снаряд летит супер прямо. И дальше идет что у нас? Бастион выпадает при убийстве пиглина золотым мечом. У нас тут пиглины есть. А, нет, это... Да-да-да, пиглин вижу. Да, у меня тоже пиглин тут рядом. Но, блин, посмотри, как воссоздатель делается. Сейчас посмотрим. Е-мать. Я думаю, то, что нам нужно сам знать, что найти. Бастион. А нам в любом случае его нужно найти, иначе не используем. Так, ты Сансу не выбил еще, да? Нет, у меня нет золотого меча. Тогда я аккуратно тебе помогу. Джонни, меня 4 пиглина бьют! У меня 3 сердца! Боже, забирай, забирай все золото, вот, забирай! Конечно, чтобы на меня согрелись они, да? Давай, меч, быстро, я их отвлекаю! Ты хочешь меч? Крыша отсюда! Сейчас. Меч, меч, меч! Я, Джонни, я! А ты затерпи. Ай! Закрывайся! Закрылся. Все, хорош. Давай, золотым мечом, аккуратно. Один удар. Два удара. Все, эссенса есть. Валим. Я умру. Помогите. Мама. Нет, не умирай. Помогаю. Крыша отсюда, тварь. Все. Золотой шлем. Слушай, поможет. Anyway, отправляемся искать бастион. Let's go. О, нет, компас, куда ты нас привел? Что это за тупик? Зачем ты это делаешь? А, не хватает кирки сейчас, на самом деле. У меня алмазная. А, ты же умер, точно. Работай, я посмотрю. О! Да! Нашел! Компас, любименький мой, я в тебе вообще не сомневался. Я вижу золотой блок. Вижу 2 золотых блока. То, что надо, хорош. Только, пожалуйста, не сталкивайте меня. Ой, как много там пиглинов, а? У меня проблема. Плохой день. У меня 1,5 сердца, я хрен знает где. Как можно было так упасть? Так, один блок у меня есть. Вижу второй. Я тут попытаюсь сейчас как-то выбраться. Тихо, ребята, не агримся. Ни хрена не агримся на меня уже. Да, вижу. Все, я к тебе забираюсь. Стой. Точно, пользуйся пушкой, мечом. Ну ты лучше пушкой воспользуйся. Да забей, у меня уже блок есть. А сколько там надо? 4. А, 4 блока и 4 слитка. Да, нужно 5 блоков. Может быть, что-нибудь в сундуке найду? Да, в сундук, по-любому. А ну-ка, что в тебе, дружище? Ага, золотые ботинки на скорость души 2. Хорошие ботинки. Железо берем, мясо едим. И арбалет на прочность. Ну, такое, если честно. Ну ты возьми на всякий случай арбалет, пусть будет. Ладно. И все-таки пушкой поработай, это такая прямо рава классная. Кстати! Я топором могу делать. Обсидиан 13 штук. А вот как мы выберемся. Да, это очень классно. Так, у меня 2 блока, 4 слитка. Вижу еще сундук, пожалуйста. Боже мой. Ну, золотые морковки, окей. Это вроде круто, но почему золото не дали? Так, у тебя сколько всего? 1 блок все еще. А, и слитка вообще нет. Да, от двойного сундука идем налево. Здравствуйте, ребят, там мне золото. О, сколько души заберу. По-любому тут брутальный пиглин, тихо. Я понимаю, плохой день? Очень плохой день. Ужасный день. Валим! Пушкой, давай его пушкой! Нет пушки! Я его пушкой! Но! Хорош. Господи, пушка это лучшее, что создало человечество. Ты посмотри, оно всех за один выстрел убивает. Еще идут. А, они на тебя идут, кстати. Пушкой давай. Я тебе дам пушкой. Дразнишь меня? Это их святая обитель. В этой святой обители есть золотые блоки. Чтобы найти эти золотые блоки, нужно найти определенные другие. Я тоже нашел, кстати. Все, отлично, у нас есть... Все?
И эссенция есть, и золото. И мы в бастионе, то есть активировать можно прямо сейчас. А, давай туда, там, где мы были. Там просто бомб. А мне кажется, тут легче зажать. Вот тут прям идеально. Не-не, смотри, смотри, смотри. Мы ставим снизу, забираемся наверх, и ты пушкой бам! Вот тут, вот так, да. Так, скидывай мне все добро. Забирай. У вас создатель бастиона. Так, высокую позицию быстренько возьми. Сейчас, раз, два, три, четыре. Ой, 5, 6, все, давай. Знаешь, ты мог прыгнуть, и тебе в воздухе вот так просто бам. Ну да. Так, смотри, сейчас я ставлю и убегаю. Ехала! И брутальные пиглины. Ой, как хорошо, что... Не-не-не, без шуток, брутальные пиглины — это дико. Они очень сильные. Ну, для этого у нас есть пушка. Да, сейчас, короче, мы соберем кучу пиглинов, и я просто бахну. А ты все уже по-любому дадут, уже по-любому дадут. 3, 2, 1. Обменивай золотые слитки вокруг на ресурсы с пятикратной выгодой. А, опа, 4 блока есть. Блин, а мы всех пиглинов убили. Ну, получается, в обычном аду нужно искать. Отсюда можно валить. Убивай! 1, 2, 3. Ты сам себя надамажил, хорош. А че они не умерли-то? Ну-ка еще раз. Все, другое дело. Совсем другое дело, реально. Пойдем искать. О, прямо у бастиона. Здорово. What's up, bro? А, ты можешь сам с собой? Смотри! Прям превращается. Что происходит? Я просто вытянулся. Они просто обменялись в воздухе, да? Это охренеть. Так, за тебя золото копаем. Вот она, пятикратная выгода. А я думал, то, что он просто даст больше предметов. Да, я также подумал, ну где глаза? Ни одного глаза не выпало, прикинь. Да. А у тебя золота больше нет, да? Я все отдал. Погоден слиток сделать, конечно. Вряд ли с него выпадет 5. Так, я тоже 2 слитка. И как это работает? То есть я бросаю, и он сразу обменивается. Да, вау. Да. Ну как ты прекрасно понимаешь, там нужно найти еще одну часть бастиона и забрать там золото. Возвращаемся в бастион, и прямо сейчас нужно найти золотые блоки. Сколько? 2? 3. Ну, разменивай. А, мы же можем это где угодно сделать. Эндерперл. Давай еще. Хорошо. Всего только одна штука. Не рофлишь? Я не рофлю. Ха-ха, так все тогда, строй портал. Прям тут можешь строить. Наконец-то мы вернемся к нашим блокам. Нашим любимым блокам. Но мы должны бросить вот этих ребят, которые нам помогли в этом прохождении. Ребят, спасибо огромное, что в аду. Дай бог вам здоровья. А мы отправляемся к другим вашим друзьям. Слушай, а дальше идет эссенция драконьей арены. О, она делается из эндерника и обсидиана. Слушай, обсидиан надо будет оставить, по-любому оставить. Выпадает при убийстве эндермена рукой. Стоп, то есть мы могли в самом начале, по сути, это сделать? Мы же не знали. Эндермена рукой. Ну ладно, anyway, обсидиан есть. Что ты делаешь? Сколько у тебя? 13. А, ну тогда окей, пока. Пока, ребята. Пока, ребята. Привет, ребята. Ребята, вернулись. Так, ну что, теперь мы можем взять наш алмазный и наконец-то делать вот так. Точно, нужно на бошку надеть. Собственно, что мы сейчас делаем? Огненный порошочек. Так, и теперь надо как-то выбраться, прежде чем кидать. Ой, плохой день там, лава. Сюда, давай сюда. Легче, уважаемый. Короче, из всех блоков мне пока что нравится реально больше всего алмазный. Да, ну копание — это самое главное в Майнкрафте, оно так и называется. Майнкрафт. Надо было, получается, еще, знаешь, блок верстака добавить, который сам все крафтит. Он типа сам думает, что тебе нужно, и сам создает. Может, у тебя сам играет? Нейросеть? Ну, получается так. Звучит как идея классного мода. Кстати, можете писать классные идеи в комментариях. Куда летим? Направо. Подожди. У тебя работает... У нас же компас есть, какой же я дебил, боже. Мы все это время могли не кидать. То есть и не надо кидать, мы просто идем по компасу. Да, только 12 штук по-любому надо. Да, хорошо. И самое главное, сейчас нужно найти эндермена и убить рукой. Точно, точно, точно. Либо сделать это в краю. Так, смотри, компас туда-сюда гуляет. Гуляет, начинает гулять. Он находится где-то здесь. Да, блин, структура дурацкая. Ну где крепость? Я хочу суши попробовать увидеть, но... блин, не повезло. Я пиццу хотел бы увидеть. Повезло тебе. Ты сказал суши. О, вот оно! А-ха-ха, да ладно! Прямо под водой! Даже ничего кидать блин, не надо, нигде жесть. Копать не нужно! Как говорится, повезло! О! Повезло! Понятно, что? Я по этому крику понял все! Прямо под порталом! Прямо под порталом! Давай, Джонни, вставляй! Ребята! 3, 4, 5, 6, 7, 8. Альдверчи! Стой! Обсидиан! У тебя обсидиан! Да! 13 штук! Давай сюда! Стоп!
Куда ты собрался? Эндерняк тебе нужен, умник. Ну да, я скрафчу, все правильно. Прям сейчас? А, у тебя верстак есть? Да. Все хорошо, хорошо, молодец. Прыгаем. Да, вот кстати, а блоки-то, получается, останутся здесь. А ребята, зачем они нам? Пока. Ребята, спасибо большое за помощь. Рома. И. Рома. Я впервые увидел такую херню. Это впервые я поймал такой баг в Майнкрафте. То есть ты не ТПшник? Я провалился сквозь портал. Жесть. И все вещи сгорели. Нет, они тут, они прям в краю. Ну слушай, ну раз уж это баг, давай ты телепортируешься ко мне. Ну потому что баги, ну, это все-таки. Было бы это честно. И выдам я себе назаретовый топор, короче. Ну знаешь, как компенсация. Да. Да, все, все. Вот теперь нормально. Ну знаешь, кирка есть. О, арбалет принесли. И смотри, с этим багом в итоге ты телепортировал алмазный блок. Вот эндерняк. Стой, работает. Да, понимаю. А, эндермена нет. Мы эссенцию-то не добыли. Полностью с вами солидарен. Убить надо рукой. А желательно, наверное, выкинуть абсолютно все. Теперь смотри, как мы делаем. Раз, два, три. И вот так по чуть-чуть бьем. О, чувствую это надолго. Да, подожди. А дерева случайно у тебя нет? Нет. Блин, у меня было. Надо было лодку сделать. Ура! Получилось! Так. Боже, я так задолбался, ты не представляешь. Ой, там дракон на меня летит. Или, по-моему, эндермен летит. Я уже не помню, давай, кто на меня летит. Давай. Да верстак там, помоги. Все, они телепортируются. Они все равно пытаются меня убить. А, подожди, я же топором могу. Зачем на тебе кирка не за... Вырой под ним просто я. Соединяем и воссоздатель драконьей арены. Слушай, ну мне кажется, то, что сейчас будут эндермены. Но они, наверное, не будут агриться на нас, да? Ну я не знаю, я не знаю, чего ожидать от этого мода. Вот возьми, покушай. Спасибо, у меня и хлеб есть, ну ладно, спасибо. Ну давай! Идем в середину! Идем в середину и прям в середине поставим этот блок. 3, 2, 1! И что будет, что будет, что будет, что будет? Шалкеры! Шалкеры! А, слушай, а вот шалкеров я, честно, не ожидал. И эндермиты! Мне кажется, нужно убить всего лишь 5 монстров, и тогда все будет закончено. Ой-ой-ой. Слушай, мне кажется, главное выжить. А, эти штуки же поднимают нас! А где мой арбалет, где мой арбалет, где мой арбалет? Какая жопа! О, уничтожает кристаллы и дракона. Последний удар всегда за владельцем. Что? Что? Я не я понял. Я тоже ничего не понял. А, подожди, реально, смотри, он уничтожает, он сам стреляет. Видишь фиолетовые партиклы? Да. Реально, он стреляет, вау. Он сквозь блоки тоже простреливает? Да. То есть надо просто бегать, смотри, он сам бьет дракона. Хорош. А где? А вот, вот эта вот штуковина, смотри. Вот она, вот эта фиолетовая. Вау. Можно на шалкеров убить, да, бьет прям по дракону. Про шалкеров. Так, а против шалкеров у меня другая тактика. Но! Но! Блять, ну ебаный рот твой. Ну, слушай, классика. Классика, конечно, не из-за дракона, но она должна была произойти. А чё дракон там так далеко делает? Короче, чтобы ты понимал, дракон из-за того, что постоянно получает урон... Он наверх взлетел из-за шалкеров? Он улетает далеко. Нет, из-за того, что вот эта штука постоянно бьет. А, все, написано то, что последний удар всегда за владельцем. Ну, мне делай последний удар. Мне образом сейчас нужно ударить. А я не знаю, как. Давай, я понаблюдаю за тобой. А я не понимаю, как его ударить. Или он там вроде паркуется. Смотри, если ты внимательно посмотришь, то там валяется арбалет. Где? Твой арбалет? Ну вот не знаю, где а бы найти. А у меня тоже арбалет, кстати. Все, а как до него дотянуться? И посмотри, на какой он высоте. Так, сейчас посмотрим, что он делает. Он паркуется. Давайте посмотрим от лица дракона, какова эта смерть от руки Ромы. Ладно, попробую отсюда. Но! Мимо. Но! О, попал. Давай еще раз. Ты по мне попал. Не убивай дракона. Да! Слушай, на самом деле, вот эта штуковина реально годнота. Она сама уничтожила кристаллы и, по сути, почти полностью убила дракона и тебя. Сука. Я видел, как ты замахнулся. Бля, черт просто. Спасибо огромное за то, что посмотрели этот ролик. Не забывайте подписываться на канал, ставить большие пальцы вверх под этим видео. Если мы набираем 20 тысяч лайков под этим видео, появляется ссылочка на скачивание этого мода. С вами был FlagGK Рома. Всем удачи, всем пока.